Жаль, какое-то задание с вами провалили. Что с Марвином, да? Гвозди ему отдаем. Очередной левел ап и взрывающееся мясо. Я думаю, что несколько кусков. Итак, распределяем с вами следующее очередное уже очко. Здесь у нас восстановление здоровья, пьяный вид. Мы решили, что не будем эту способность прокачивать, модернизированное оружие тоже. Но, блин, единственная вероятность нокаута, ну и то так себе. Вот урон от огнестрельного оружия плюс 5%. Вот, мне кажется, это как раз то, что прокачивать нужно. Что там у Генри? Мы ему бензопилу отдавали. Пусть пока лежит. Я, правда, сомневаюсь в том, что она нам в итоге пригодится. Так, а дальше-то что? По команде у нас для Марвина 3 комплекта легкий храм. Я вообще такого не видел нигде пока что. Так, консервы. Это не единственные консервы. Сейчас будет левел ап. Нет. Так, дайте мне мусорку-то эту проверить. So the soldiers will attack at the first sign of intrusion. If that's the case, you'll need to blow the gate and proceed inside. Just be careful about it, all right? We don't need to start World War III. If any of the soldiers try any shit, tell them that I sent you. Like I said before, the commander, Colonel Briggs, is an old friend of mine. When you find him, get him on the horn and I'll talk to him. He'll help us out. Ready to go? Готов, конечно. Блин, сложность максимальная. Опыт тоже... Здесь будет большим. Тяжелый пистолет получим. Причем сиреневый, кстати говоря. Сиреневый предмет — это всегда хорошо. Так, здесь есть у нас... Блин, что за дыхание какое-то странное? Кто так дышит здесь? Сейчас попробую, знаете, со второго этажа здесь посмотреть. Может быть, получится как-то с ними разобраться. О, гляньте-ка, аптечка. Ящик интересный. Это неторопливый дробовик. Тут в базе он, кстати говоря, уже имеет 2471 урона. Так, опустим лестницу. И какие еще опции? Я помню, тут гигантик был у нас, да? Все-таки нужно сначала, мне кажется, туда кинуть что-нибудь для начала. Так. Уф. Так, а что, если я сюда перепрыгну? А где гигант-то, я не пойму. Он же тут топтался, и куда он делся? Хотелось бы мне знать. Ладно, в любом случае, давайте приступать. Давай, да прыгай ты уже. Разоралась тут тоже, видите ли. Блин, где чертов великан? 55-й, ё-моё. Hey, over here, moron. В общем, спешить тут не стоит, мне кажется. Сейчас, во всяком случае. Будем тщательно выбирать очередное задание. Так, урок истории, тихая гавань. Найти убежище в торговом районе и военная зона. А где-то у нас по карте, если смотреть, далековато будет, да? А вот здесь весь город нужно будет пройти. Ну, давайте пройдем весь город тогда. Там как раз откроем с вами все области. Интересно, ты живой? Нет, судя по всему. Плюс еще наверняка с вами отыщем людей, которых можно спасти. Вам тут не заблудиться сейчас. Да, пострелять придется очень много, я думаю. Ну, в принципе, я к этому готов. Боеприпасы иметь. Вон он, великолепно.
Так, огромную кучу. Уничтожаем сразу же. Жесть. Офигеть. Чуть-чуть не хватило на этого чувака, да? Спокойно. И туда наверх. Сейчас нас вознаградят. Кайл. Я не отказывался, на самом деле. Так, здорово. Спасибо. 3300 с вами получили по деньгам. Тяжелая дубинка забираем. Кстати, блин, я, по-моему, не слил оружие чертово. Вам придется потаскаться. Увы. Увы, но ничего не поделать. А может быть, здесь какой-нибудь торговца, скажем, отыщем. Батарея, деньги. Смотрите-ка, в одной сумочке 778 баксов нашел. Уже 40 тысяч с вами имеем по деньгам. Да, торговца найти не помешает. В принципе, я недалеко убежал, можно вернуться. Ладно, пофигу, не будем возвращаться. Такс. Церковь. Помните, кого-то там у церкви надо спасти? Я вот это помню очень отчетливо. Так, раз... Два. Блин, отвали, чувак. Попросил же по-хорошему. Не понял. Ух ты. Так, смотрите, чуть-чуть осталось, да, пробить? Давайте еще разок. И еще разок. Все, 2000. Халявные, наверное. Погнали. Раз здесь. Два здесь. Нет, не два. Увы. Ну, хотя бы таким образом. Так, ищем какого-то мужчину. Это не церковь, вроде бы. Или можно сюда войти? Нет, нельзя. Нет, нельзя, друзья. Так, церковь. Блин, где чертова церковь? Что по указателям? Банк, ферри стейшн, форт, старый кинотеатр. Так, а здесь? Заперто. Но где-то показывают, что есть верстак. А, верстак тут у нас. Очередной электрический хлам. В общем... Не ясно пока что. Поглядеть. А, вот. Смотрите. Райан. Сейчас мы его спасем. Бедного Райана. $300. Бежать. Деньги отсутствуют, к сожалению. Бриллианты. Уже вторая партия. Так, это у нас жилище. Полевой госпиталь. Ну, я думаю... Зайти не помешает. Пока у нас хотя бы с вами патроны есть. Потому что потом намного сложнее. Плюс нам еще нужно шкалу ярости заполнить. Угу. Тихо. Come closer. Быстрый переход. Блин, может быть, в деревне Халай посмотреть, кому там что можно отдать. Мне бы, например, лишний опыт сейчас явно бы пригодился. Там Халай, по-моему, можно не в Матоке, а где-то еще они там могут располагаться, эти выжившие. Этот же лагерь здесь не распотрошили? Нет, не распотрошили. О, да. Более утоляющие. Шикарно. Еще тебе? Класс. Ну, хотя бы по 30 тысяч. Мии мы должны притащить лезвие. Так, быстрый переход. Матока. Лагерь беженцев. Райский остров. Миссия Святой Марии.
Причал Мари. Комиссия Святой Марии. Сейчас там тоже проверим на всякий случай. О, гляньте. Damn, this place is pretty sweet. Thanks, mate. It's great. Вау. Звуковуха. Так, и задание там у нас еще, помните, в катакомбах было. Сейчас посмотрим, что дальше мы для Джона можем отыскать. Может быть, сейчас у нас все это и есть, чтобы далеко не гонять. Сейчас все ему это и отдадим. Нет? Нет. Блоков у нас нет. Ну что ж, давайте дальше тогда. Так, кинотеатр в старом городе. Вот он, полевой госпиталь. Возвращаемся обратно. Неплохо так, подработали, скажем. И еще ближе приблизились с вами к очередному левелапу, к получению очередного уровня. Дайте-ка поглядеть. Совсем немного осталось, где-то 160 тысяч. Это, уверяю вас, небольшая цифра. We're trying to stay quiet as the infected are everywhere. It's just the two of us now. Jack was bitten by something down in the tunnels. We're both hoping he'll be fine, as I seem to still be all right. Maybe some of us are immune to this plague. We're at the ferry, but it doesn't seem to be operational. Jack has family in Henderson as well. We need to find a boat to get us across. I just hope the military doesn't shoot us out of the water. I mean, who can we trust? Citizens despise us, and the army considers us traitors. And then there's the infected. To them, you look healthy enough. I assume you haven't been bitten. Come on upstairs. Let me get a closer look. А, дверечку открыли. Так, ничего тут не припрятал, нет, увы. Энергетики, снова алкоголь, алкаш какой-то здесь. Это Сесил. Да, мы про него уже слышали. How can I help? The power went out a few hours ago, and I'm not quite sure how to get it back on. I'm afraid it might have something to do with those suffering from the sickness, and I can't risk it. I'm the only doctor here. Would you be willing to check the main circuit box? Проверим. You can count on it. The main circuit box is down in the basement. Please be careful. If anything happens to you down there, I can't send anyone to help you. Да не страшно, со мной ничего не произойдет. Вот они, бедняги. Блин, опять бутылка алкоголя. Может быть, они обеззараживают себя? О, торговец, я как раз об этом и говорил. Так, дикий нож сливается. Нож особой заточки продается. Дальше экзотический серп. Тоже продадим катану. Блин, 56 уровень, но смотрите, ДПСик-то неплохой, неплохой. Так, дикие палки, жестокие палки, это все продается. Истребляющий пистолет оставляем, естественно. Тяжелую дубину продаем. Экзотическую палец тоже. И все, наверное, остальное пока мы с вами оставим. Да, тем временем у нас 54 тысячи. Патроны для винтовки, патроны для дробовика. Все, максимум, к сожалению, до пистолета приобретаем. Все. Ну так, чтобы себя спокойно чувствовать. Там внизу. Ну, вы понимаете. Подвал, я так полагаю, как раз вот здесь вот внизу. А, нет, не здесь. Помните, мы с вами бегали по лестнице вниз? Там она была, эта дверь перекрыта, но сейчас она явно будет у нас отперта, и мы туда с вами сможем пройти. Да-да-да-да-да-да-да. Так, дыхание уже. Слышу этих зомбачков. Ну чё, постреляем сейчас с дробовика, я думаю. Привет. Так, разнесли его к чертям собачьим. Так, дальше. Зачистка. Бандит. Ну, какой-то уровень у него не очень. Криты. Да криты всади уже. Вот и все. Поближе надо было подойти, чтобы вся эта дробь прям в нем оказалась. Вау-в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 ау. Как много. Смотрите, сколько черепов.
Так. Уничтожаем. Тут я даже патроны, наверное, жалеть не буду. Красота. Тут еще алкоголь. Тут что, винный склад, что ли? Так, куча дверей. А нам там какой-то переключатель нужно найти с вами. Раз. Два. Так, тут убиты все. Смежные двери. Блях ты, муха. Где ты орешь-то? Еще фонарик быстро разряжается. О, хвост ската! Там, по-моему, три хвоста нужно было найти для кого-то. Вспомните, вспомните это задание. Так, заходим в следующую дверь. Так, где вы, твари? Вот их очень много здесь. Сразу в нескольких. Да, добиваем его. И парочка еще здесь. Красотища. Быстро. И сразу спокойная музыка. Ну еще бы. Так, бомба-липучка. Сейчас тут все проверяем. Нельзя ничего упустить. Потому что, может быть, еще парочку хвостов найдем. И вот он, наконец-то, выключатель. Все, возвращаемся. Кто у вас? Поговорите с Сесилом. А, ну, так или иначе, мы с вами задание, получается, выполнили. Так, сейчас побеседуем. Слушайте, а если электричества нет, значит, они, наверное, запираться не смогут. Did you figure out what the problem is? Yeah, it's the electrical box. You have a spare fuse? I don't know, sorry. But there's a general store by the army base. It's called Greg's, I think. And they should have fuses. Watch out for the owner, though. He's a bit of an ass. Несколько грубоват. Может быть, он уже в зомби превратился? Так, ладно, нам с вами в любом случае нужно сейчас на выход. Слушайте, дайте-ка я, наверное, дробовик еще, пожалуй, закуплю. Немного патрончиков. Думаю, они нам не помешают. Ну и тем более денег у нас достаточное количество. Так, для дробовика. Оу, е. Все, спасибо, золотой. Сейчас, кстати, еще, наверное, партию купим. Так, еще раз дробовик. Все, вот теперь точно. До свидания. Ну вот, я как раз об этом и говорил, что мы сейчас с вами по ходу задание набираем-набираем, а потом в одном месте все это окажется рядышком. Ну что, само по себе уже неплохо. Ну и совсем скоро, естественно, сейчас большую часть города откроем. Совсем скоро мы уже с вами продолжим выполнять задание по основной сюжетной линии. За счет вот этих дополнительных миссий мы с вами позволяем нашему персонажу очень быстро прокачиваться. Так, и откуда? Откуда? Вот откуда летит, блин? А, ух, нифига там куча. Офигеть. Нормально, они меня встретили. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Сразило меня своим голосом. Так. И не только, кстати, наверное, меня. А где она сама-то? Крикливая это. Вау! Убита! Обалдеть! Три выстрела из дробовика, и она убита, друзья. Блин, может еще раз зайти туда купить патроны. Так, какой-то мужик здесь у нас еще, по-моему, помощи просил. Или я ошибаюсь? Сейчас давайте проверим. Или уже никому помощь не требуется. Фиг его знает. Тут что-то интересное, какая-то база, что ли, зона карантина. Так, 668, ладно, возьму. Там продадим с вами. Сейчас быстро побегаем здесь. Не-не-не, все-таки кому-то нужно помочь. Да-да-да-да-да-да-да, есть тут что-то. Спокуха.
Нифига у меня удары нормальные. Нормальный урон наносит. Это у нас... А, вот патроны. Слава богу. Так, если я поднимусь наверх... Ну, там наверняка что-то интересное, конечно, может быть. Но сейчас первоочередная задача помочь... Помочь кому-нибудь. Хотя бы. Оказать помощь. Сколько у нас там до следующего левелапа? Остается 150 тысяч. Ё-моё, чего вас тут так много? Так, давайте сразу туда закидываем. Здорово. Сгорят. Очень много прогорели. Правда, кто-то там все равно встает. Последний. О, да. Нифига себе, вот это крутяк. Нет, дробовик нормально мы с вами прокачали. Но, во-первых, нам повезло, что мы с такими характеристиками его нашли. Убит? Тоже не ожидал, что ударом ноги его уничтожу. Так, ну и давайте теперь наверх. Тоже может нам запросто дать какие-нибудь задания. К нему, я так думаю, не так просто будет добраться. Сейчас поможем. Я чуть не могу подойти к этой лестнице. Точнее, не могу почему-то, не мог какое-то время за нее схватиться. Так, разгон, прыжок. Так, и где ты? А, вот он, лежащий. Лекарство, наверное, ему нужно приносить. Нет, я не хорошо. Я был здесь уже... Я не помню, сколько дней. Меня зовут Райан. Я живу в этом здании. Я закрыл себя здесь, когда мой соседка пытался атаковать меня. И потом эта вода. Я не мог сделать свой путь обратно. Я страдаю от МС. And without my meds, my symptoms, they get much worse. I can't move. Do you have a stash of these meds somewhere? Can I get them for you? Yes. They're in my apartment, in this building. If you could bring them to me, I'd be so very grateful. You got it. Oh my god, thank you. I barricaded the door, so you'll need to unblock it to get in. The pills are in the bathroom.